В Славянске на Кубани завершились краевое первенство по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Побороться за победу приехали более 200 сильнейших спортсменов со всей Кубани. Удалось ли славянским борцам выйти в лидеры, расскажут мои коллеги. Команда Славянского района. Команда Куаксинского района. Побороться за пьедестал почета в Славянский район приехали борцы из 20 муниципальных образований края. От имени главы района, председателя районного совета, спортсменов на славянской земле поприветствовал заместитель председателя совета Вячеслав Салмин, пожелав им яркой борьбы и победы. Участники первенства выступали в 11 весовых категориях. Победитель получал возможность принять участие в чемпионате Южного федерального округа. Победитель отсюда, с этих соревнований отбирается на первенство Южного федерального округа, где будет проводиться отбор на первенство России. Вот так программа заложена. Вот отбираем. Уровень спортсменов у нас достаточно за последние, я вам скажу, года 3-4, может быть, подрос. Уже у нас и победители первенства Европы у нас с Краснодарского края были 2 человека. Уровень растет, и уже мы показываем хороший результат на международных соревнованиях. Место проведения первенства края по вольной борьбе было выбрано не случайно. Славянский район славится высоким качеством подготовки и проведения соревнований любого уровня. В Славянском районе уже очень давно развивается данная дисциплина. И если брать в целом по Краснодарскому краю, то Славянский район всегда в лидерах. Всегда в тройке, всегда лучшие команды, и на Кубке губернатора они были лучшими. Поэтому уже второй год подряд мы проводим здесь первенство края. В этом году также будет в Славянском районе спартакиада Кубани проходить. Всегда здесь нет проблем с организацией проведения соревнований, и администрация муниципального образования всегда идет на все именно для развития спорта. Вольная борьба – это олимпийский вид спорта. Появилась она чуть позже греко-римской борьбы и отличается от нее более жесткими приемами. Главная цель борца – уложить оппонента на лопатки. Славянский район на первенстве края представляли 32 спортсмена Петровского отделения вольной борьбы. Многие из них уже громко заявили о себе на краевом и всероссийском уровне. Гордость отделения. Денис Лисуненко стал чемпионом края Южного федерального округа, бронзовым призером первенства России в 2019 году и бронзовым призером всероссийских игр в Венгрии. Есть своя тактика. Первый период стоять, смотреть, что соперник делает, а второй период уже атаковать, смотреть по исходу схватки. Настрой боевой, надеюсь стать первым. Ожидания славянского борца оправдались. В своей весовой категории Денис Лисуненко занял первое место. Еще 2 золота принесли Денис Володько и Денис Киселев. Бронза у Дмитрия Корниенко, Романа Саусь, Егора Герчина, Дмитрия Школы. Желаем нашим спортсменам победы на чемпионате Южного федерального округа. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».